Приветствую всех в этот последний летний день. В эфире наши новости коротко. В студии я, Елена Джан, и готова рассказать о главных событиях в Верхнекамье к этому часу. На 92-м году жизни скончался первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Он умер в ночь на 31 августа в больнице, где лечились Брежнев и Жириновский. Михаила Горбачева похоронят рядом с супругой. Он был последним генсекретарем ЦК КПСС и единственным в истории президентом СССР. 25 декабря 1991 года Горбачев в телеобращении к нации объявил о прекращении своей деятельности на посту главы государства и подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием президенту России Борису Ельцину. В последние годы Горбачев часто болел и периодически находился на лечении. ТАСС со ссылкой на друзей и семью утверждает, что его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. В Пермском крае прошла оценка качества ведения личных страниц руководителей территории. Ее проводили по 5 блокам. Качество контента, представленность в соцсетях, вовлеченность, личная страница главы и обратная связь. Лидером по качеству ведения соцсетей в Пермском крае стал «Зато Звездный». На втором месте Соликамский округ, на третьем Верещагинский, на четвертом Осинский, на пятом Лысвинский. В аутсайдерах по количеству ведений соцсетей Юрлан, Нытва, Уинская, Большая Соснова и Коса. Столица края находится на 10-м месте. Лидерами по вовлеченности, показатель, который показывает реакции жителей на посты в соцсетях, стали Кишерть, Звездный и Березовка. Самый качественный контент выпускают в Пермском районе, Соликамске и Лысьве. А лучшими личными страницами мэров признаны аккаунты глав Краснокамска, Кизела и Соликамска. 30 августа руководитель Центра управления регионом Екатерина Набатова на заседании Совета глав Пермского края заявила, что главы пермских территорий должны уделять особое внимание ведению личных страниц в социальных сетях. Получить путевку по заводам Пермского края легко. Так Минпромторг Российской Федерации объявил розыгрыш трехдневного промышленного тура от роботов до космонавтики по Пермскому краю. Об этом сообщается на сайте ura.ru. Чтобы стать победителем конкурса, нужно пройти тест, который ведомство разместило в своем телеграм-канале. Для участия нужно ответить на 5 вопросов о промышленности Пермского края. Причем на каждый отводится не больше 5 минут, сообщают в ведомстве. Среди условий викторины также обязательная подписка на телеграм-канал Федерального министерства, Туристического инфоцентра Перми и Агентства стратегических инициатив по развитию туризма. 2 сентября в 3 часа дня будут случайным образом определены 2 победителя, которые верно ответили на все вопросы. Им оплатят билеты, экскурсии, проживание и питание. Даты проведения тура открыты с середины сентября по середину октября. А березняковцев тем временем 10 сентября приглашают на городской эко-квест «Чистые игры. Березняки-2022». И прямо сейчас мы пообщаемся здесь в прямом эфире с одним из организаторов, Дарьей. Она специалист по работе с молодежью молодежного культурно-досугового центра. Дарья, здравствуйте. День добрый. Ну что ж, начну тогда с самого начала, как говорится. Расскажите, пожалуйста, что такое эко-квест «Чистые игры», как его давно проводят в Березняках? «Чистые игры» — это экологический образовательный проект, позволяющий участникам внести свой вклад в чистоту своего города, а также изучить основы разделения сбора мусора, раздельного сбора мусора. Как давно он в Березняках проходит? В Березняках «Чистые игры» стартовали в 2018 году. Вот весной были у нас 6-е «Чистые игры», сейчас будут 7-е «Чистые игры» в городе Березняки. Угу. Скажите, что нужно сделать для того, чтобы принять участие в этом эко-квесте? Собрать команду от 2 до 4 человек. Придумать отличительный знак для своей команды, зарегистрироваться. У нас регистрация двухэтапная, регистрация через Яндекс.Форму и регистрация на бумажном носителе. Зарегистрироваться до 7 сентября включительно и 10 сентября в 12:30 подойти на точку сбора, а в 13:00 стартовать.
Угу. А вот меня еще раз интересует регистрация на бумажном носителе. Нужно будет куда-то подойти, зарегистрироваться на этом бумажном носителе? Куда-то к вам? Прямо на точку сбора приносит уже в бумажном виде заявочку. Угу. Хорошо. И еще давайте напомним зрителям, где, когда, что произойдет, все даты, явки, пароли, когда ждем. 10 сентября чистые игры пройдут в лагу реки Быгель на тропе здоровья. Старт команд будет организован возле бывшего стадиона школы номер 10. То есть это прямо в лагу, внизу. Там у нас будет установлен штаб, ярко-оранжевый шатер. Никто мимо не пройдет, это уже точно. Дарья, может быть, если у кого-то остались еще вопросы, есть номер телефона, по которому можно связаться? Да, конечно. Телефон у нас рабочий 26 21 25, добавочный 3 или 4. Я надеюсь, что все услышали. Спасибо большое вам за то, что уделили сегодня нам несколько минут. Желаю вам хорошего дня. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Ну а мы продолжаем. Проведите этот вечер весело и с пользой. Включайте свое ТВ в 20:15. Смотрите новый выпуск первого и единственного в Пермском крае телеквиза «Еще вопрос». Интеллектуальный, увлекательный и очень веселый. Вы сможете отлично провести время, поиграть и получить за свои знания призы. Сегодня будет разыгран сертификат на скидку в 1000 рублей в клуб тактических игр «Портал». А это целый спектр развлечений. Тир, лазертаг, арчеритаг, страйкбол. Интересные задания, крутые призы и нескончаемое позитивное настроение от ведущих ждут вас сегодня в 20:15. Включай свое ТВ, смотри «Еще вопрос». А сейчас расскажу о том, что вечером вы сможете увидеть в эфире свое ТВ. Сегодня смотрите продолжение мини-сериала «Истина в вине». Жизнь топ-менеджера Виктории – это непрерывная гонка за успехом. В ее мире нет места для семейных ценностей и душевной теплоты, и Викторию это устраивает. Но однажды, потеряв все, она вынуждена вернуться в фамильную усадьбу, которую завещал ей дедушка-винодел. Там Виктория сталкивается с незнакомым ей миром, частью которого она когда-то была. Вместе с родной землей Виктория обретает любимое дело и находит любовь своего друга детства. Вместе они вступают в борьбу за свою землю, на которую претендуют рейдеры. Очередные серии многосерийного фильма смотрите сегодня в 21:15 на Свое ТВ. У меня на этом все. Хорошего дня. Оставайтесь на своем. В 2019 году в этот день березняковцы ждали открытия для проезда одной из главных улиц города после масштабного ремонта. Улицу Пятилетки долго ремонтировали. Открытие этой дороги ждали еще 20 августа. Однако из-за погодных условий его перенесли практически на 10 дней. У приемной комиссии были и замечания, однако все их не затягивают.